Шаббат шалом, хотя на иврите шаббат это суббота, но на самом деле шаббат это покой. Шаббат шалом, well, it means Saturday is peace, but it actually means the peace. И независимо, мы собираемся в воскресенье или в субботу, если мы собираемся во имя Господа нашего Иисуса Христа, regardless whether we meet on Saturday or Sunday, but if we meet in the name of our Lord Jesus Christ, это покой. Мы входим в Его покой. We enter His peace. И поэтому я желаю вам всем Шаббат шалом. And I wish you all Шаббат шалом. Мир в сердце. Peace in your heart. Покой в сердце. Peace in your благодать Божию calmness. В сердце своем. Жизнь человека много чего надо. We need a lot of things in our life. Мы своими глазами смотрим на мир, и нам все хочется. We look into this world, we want to see, we want to have so many things. И нам все мало. And we don't have, seem to have enough. И нам снова хочется. And we want even more. Но когда человек вырастает, подходит к определенному возрасту, to a specific age, он понимает все то, что он хотел, you start realizing that everything имеет свойство тлеть. Оно тлеет, не имеет смысла. It doesn't have purpose. Оно тлеет, оно теряет свой вид. Breaks down, it loses its appearance. И если ты не приобрел что-то ценное, and if you did not gain something that precious, то люди в этом случае говорят, зря прожил жизнь. And people say, oh, you lived your life in vain. Голым. Вышел из матери чрева. You came into this world naked. И голым пойдешь. And you naked will leave this world. Вы знаете, дорогие братья и сестры, прилетели сюда. Brothers and sisters, before we came here, я некоторым уже рассказывал эту историю. I've told this story to some of you. У нас в церкви есть женщина, у нее сын, только мама. Where in our church a lady and her son is a drug addict. Бог дал ему милость. God gave him mercy. Попасть в реабилитационный центр. To go into a rehab center. Он сказал, but he said, хочу. I don't want to. Не хочу, потому что там нет того, нет другого. He said, I don't want to because this and that is not there. Насильно там не держат. People don't hold people there by force. Он вышел. He left the rehab. Через неделю. Week after. Его нашли мертвым на асфальте. He was found dead on the road. Его хоронили. Я просто почему сейчас это говорю? He was buried. Why am I saying this? На фотографии, которую сфотографировали когда. On the photo that we took. Яма 2 метра в длину. There's a grave 2 meters в ширину. 1 meter wide. И пакет. Не хоронили в гробах. And a bag. In Israel they don't have coffins. И пакет. And a bag. А в нем он. And he's inside the bag. И что он с собой возьмет? What will he take with him? Что мы все возьмем с собой? What will we take with us? Пока наши глаза открыты, мы хотим того, того, того. While our eyes are open, we want this, this and that. Но когда мы приходим к одному моменту, when we come to a specific moment, мы туда не возьмем ничего. We don't take anything there with кроме us. Кроме одного. Except one thing. То, что в сердце. What's in your heart? То, что в нашем сердце. What's in our hearts? И вот мне сегодня хотелось бы говорить об этом. That's what I would like to talk to you today. Евангелие от Матфея. Gospel of Matthew. 19 глава, 16-30 стих. Chapter 19, verses 16-30. И вот некто, подойдя, сказал ему. Now behold, one came and said to him. Учитель благий. Good teacher. Что сделать мне доброго? What good thing shall I do? Чтобы иметь жизнь вечную. That I may have eternal life. Он сказал ему. So he said to him. Что ты называешь меня благим? Why do you call me good? Никто не благ, как только один Бог. No one is good but one that is God. Если же хочешь войти в жизнь вечную, if you want to enter into life, соблюди заповеди. Keep the commandments. Говорит ему, какие? He said to him, which ones? Иисус сказал. Jesus said, не убивай. Should not murder. Не прелюбодействуй. Should not commit adultery. Не кради. Should not steal. Не злосвидетельствуй. Should not bear false witness. Почитай отца и мать. Honor father and mother. И люби ближнего твоего, как самого себя. You should love your neighbor as yourself. И юноша говорит ему. The young man says to him, все это сохранил я от юности моей. All these things I have kept from my youth. Чего еще не достает мне? What do I still lack? Иисус сказал ему. Jesus said to him, если хочешь быть совершенным, if you want to be perfect, пойди продай имение твое. Go sell what you have. Раздай нищим. Give to the poor. И будешь иметь сокровища на небесах. And you will have treasure in heaven. И приходи. And come за мной. And follow me. Услышав слово сие, but when the young man heard, юноша отошел с печалью. That saying he went away sorrowful. Потому что у него было большое имение. For he had great possessions. Иисус же сказал ученикам своим. And Jesus said to his disciples.
Истинно говорю вам, assuredly I say to you, что трудно богатому войти в Царство Небесное. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. И еще говорю вам, and again I say to you, удобнее верблюду пройти сквозь угольное ухо. It is easier for a camel to go through an eye of a needle. Нежели богатому войти в Царствие Божие. For a rich man to enter the kingdom of God. Услышав это, when the disciples heard, ученики его весьма изумились и сказали, they were greatly astonished, saying, так кто же может спастись? Who then can be saved? А Иисус, позрев, сказал им, but Jesus looked at them and said to them, человеку это невозможно. With man, this is impossible. Богу же все возможно. But with God, all things are possible. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, and Peter answered and said to him, вот мы оставили все. See, we have left all and followed you. И последовали за тобою. And followed you. Что же будет нам? What shall we have? Иисус же сказал им, Jesus said to him, истинно говорю вам, assuredly I say to you, что вы последуете за мной, those who follow you, погибите, in the generation, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, when the Son of Man sits on the throne of His glory, сядете и вы, you have followed me, you will also sit on, на 12 престолов судить 12 колен Израиля, on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel, и всякий, кто оставит домой, and everyone who's left houses, or brothers, или сестер, or sisters, или отца, or father, или мать, or mother, или жену, or wife, или детей, or children, или земли, or lands, ради имени моего, for my name's sake, получит во 100 крат, shall receive 100-fold, и наследует жизнь вечную, and inherit eternal life. Многие же, but many, будут первыми последними, who are first will be last, и последние первыми, and the last first. Иисус сказал, как трудно богатому войти в Царствие Небесное. Jesus said how difficult it is for a rich person to enter the kingdom of heaven. Вопрос ко всем вам. Question to you all. Богатство это плохо или хорошо? Treasure or being rich, is it good or bad? Богатство этого мира является препятствием Царству Божьему или нет? The riches of this world is an obstacle to enter the kingdom of heaven or not? Мы или вы в этой цивилизованной стране. You us live in a civilized country. Уровень жизни высокий, хороший. There's quite good living standard here. Богатство это хорошо или плохо? Is it riches good or bad? Богатство в этом мире не является препятствием для достижения Царства Небесного. The riches of this world, you know, is not an obstacle into the kingdom. Не зависит от того. It doesn't depend. Богат человек материально или не богат? Whether you financially rich or not. Царство Небесное недалеко от него. The kingdom of heaven is not far from him. Препятствием достижения Царства Небесного является только одно. The obstacle into getting to the kingdom of heaven is only one thing. Наше отношение к этому богатству. Is our attitude to these riches. Наше отношение. Our attitude. Как мы к нему относимся? How we relate to it. Некоторые нищие могут иметь один фунт стерлингов. Some poor person can have one man and be so, be so precious for it, can kill a man for it. Another can have so much more but be free from that. Our attitude towards our riches determines how close we are to the kingdom of heaven. Упование и надежда на свое богатство вот что может повлиять на достижение Царства Небесного. Our trust and hope in our riches, that what can be an obstacle for us to get into heaven. Это препятствие для Царствия Божьего. It's an obstacle for the kingdom of heaven. Я хотел бы немножко сказать, в чем разница, вот вы знаете. I would like to say, and you probably know the difference. В чем разница Царствия Небесного what's the difference between от Царствия Божьего? Between kingdom of heaven and kingdom of God. Царствие Небесное это место. Kingdom. Это бывает вечное царствие Бога Всевышнего. Kingdom of heaven is a place where there is eternal kingdom of God. Там пребывает царствие Божие. That's the kingdom of God. Царствие Божие это то состояние, та атмосфера. Kingdom of God is the place and the atmosphere, который господствует в царствии небесном. Which rules and present in the kingdom of heaven. Это атмосфера, пропитанная любовью Божией. It's an atmosphere which is saturated with God's love. Царствие Божие пребывает в Царстве Небесном. Kingdom of God is in Kingdom of Heaven. Также Царствие Божие может пребывать внутри каждого из нас. But also Kingdom of God can be inside each one of you. Поэтому Иисус Христос, когда был на земле и общался с фарисеями, that's why Jesus Christ, when he was on the earth and speaking to Pharisees, сказал им, когда они сказали, когда придет Царствие Божие, he asked them, when does the Kingdom of God come? Он сказал им, he said to them,
что его не надо искать где-то. You do not need to seek it anywhere. Оно внутри каждого из вас может быть. It can be inside each one of you. Евангелие от Луки. Luke. 17 глава, 21 стих. Chapter 17, verses 20-21. Был же спрошен фарисеями. Now he was asked by the Pharisees. Когда придет Царствие Божие? When the kingdom of God would come. Отвечал он. He answered. Не придет Царствие Божие примерным образом. The man said, the kingdom of God does not come with observation. И не скажут. Nor would they say. Вот оно здесь или вот там. See here or see there. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. For indeed, the kingdom of God is within you. Царствие Божие — это та атмосфера, то состояние, которое пребывает в Царстве Небесном. The kingdom of God is the atmosphere or the state which abides in the kingdom of heaven. Поэтому мы можем здесь на этой земле иметь то состояние, которое имеет там на небесах. So here on the earth we can have this state, that is there in heaven. Царствие Божие — того состояния, которое Господь в Царстве Небесном, не надо ждать, когда оно придет. Kingdom of God is the state where you don't need to wait for the kingdom of heaven to come. Его надо достигать. It needs to be pursued. Знаете, мы иногда молимся. Не мы, может кто-то другой. Sometimes we pray, other people pray, Lord. Дай Царство Небесное в сердце мое. Give kingdom of heaven to my heart. Come with the kingdom of heaven to my heart. Оно может быть хорошо и правильно молиться, или лучше надо молиться. It may be right thing. I'm not saying to not pray like this. Но Писание говорит, усилием берется Царство Небесное. But the scripture says you take the kingdom of heaven by force. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Matthew 11, verse 12. И первое послание к Коринфской церкви, 14 глава, 1 стих. 1 Corinthians 14, 1. И 13 стих, 13 глава, 1, 3 стих. 1 Corinthians 13, verse 1-3. Одни из же Иоанна Крестителя до ныне. From the days of John the Baptist until now. Царствие Небесное силой берется. The kingdom of heaven suffers violence. И употребляющие усилия восхищают его. The violent take it by force. И далее. Then. Достигайте любви. Pursue love. Если я говорю языками человеческими и ангельскими. Though I speak with the tongues of men and of angels. А любви не имею. But do not have love. То я не звенящий или кимбал звучащий. I become sounding brass or a clanging cymbal. Если имею дар пророчества. And though I have the gift of prophecy. И знаю все тайны. And understand all mysteries. И имею всякое познание и всю веру. And all knowledge, though I have all faith. Так что могу и горы переставлять. So that I can remove mountains. А не имею любви. But have not love. То я ничто. I am nothing. И если я раздам все имение мое. And though I bestow all my goods. Я дам тело мое на сложение. To feed the poor and through I give my body to be burned. А любви не имею. But I have not love. Нет ни в том никакой пользы. It profits me nothing. Какое богатство мы ищем? What kind of treasure we're looking for? Мы много можем обладать, даже духовными дарами. We can have lots of things, even spiritual gifts. Но если не достигли любви в сердце своем. But if we don't pursue love in our hearts. Какая польза от всего этого? What profit does we have? Do we have from it? Иисус однажды сказал, какая польза приобрести человеку весь мир? Jesus once said, what's the point of gaining the whole world? А душе своей навредить? And ruin your soul? Достижение любви Божьей в сердце своем. Pursuing God's love in your heart. Это то наиценнейшее, что может достигнуть человек на этой земле. Is that most precious thing that a person can attain on this earth? То, что не отнимется у него в мире будущем. Definitely will not be taken away from him in the future world. Но то, что окажется преобразователем всего того. It will be transformed of all things. Что он совершает на этой земле? That he's doing here on the earth. Поймите, мы можем делать все, что угодно. Please understand, we can do all things. Зависит все от того, от какого духа вы это делаете. It all depends on what kind of spirit you're doing it from. Если делать все, что угодно, даже сказать здрасте. You can say hello, as simple as that. А в сердце нет любви. But there is no love in your heart. Здрасте. Then this hello может принести боль в сердце другого человека. It can bring pain into the heart of another person. Поэтому все зависит от того, от какого духа мы что делаем. It all depends on the spirit from because of which we do things. Поэтому достижение любви. So pursuing love. Сердца, pursuing love. That's the state of the heart. Который помогает человеку делать все, что он не делал. Which helps person to do all that he does. Дать возможность Богу оценить то, что он делает. Give opportunity to God to appreciate the value everything he's done. Потому что мы делаем не перед людьми, если мы верующие. If we believers in God, we don't do things just before people. Любое дело, которое мы делаем. Everything that we do. Мы делаем перед Богом. We do it before God. И он оценивает наш And he труд. Evaluates our work. Но то, что сделано без любви, but what we do without love,
В его глазах кажется очень легким. In his eyes, feel very light, has having no weight. Все то, что совершается не ради любви к Богу. All that is done not in the name of God's love. И к человеку. Or love towards a person. При взвешении на праведных весах Божьих правосудия. When it's weighed on the righteous scales of God's justice. Оказывается весьма легким. Is found very light. Не имеющий никакой ценности для вечности. Having no value for eternity. В этом мире это может быть цениться. In this world it can be valued a lot. Даже в этом мире люди говорят, вот люди в мире, есть добрые люди, есть хорошие люди. Я не сужу. I'm not judging them. Но если в сердце человека нет любви, и он даже делает какие-то добрые поступки, there is no love in the heart of man, he does good things. Смысл этих добрых поступков может оказаться совсем гнилой. The purpose of these good things can be quite rotten. Бог сделает из корысти, из себелюбия, из тщеславия. It can be selfishness or pride. И все это на весах Божьих не имеет смысла и значения. And all this is meaningless on God's scales. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 11-15 стих. 1 Corinthians 3, verses 11-15. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного. For no one, no other foundation can anyone lay than that which is laid. Который есть Иисус Христос. Which is Jesus Christ. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра? Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, драгоценных камней, precious stones, дерево, сено, солома, wood, hay, straw, каждое дело обнаружится. Each one's work will become clear. Ибо день покажет, потому что в огне открывается. For the day will declare it, because it will be revealed by fire. И огонь испытывает дело каждого. And the fire will test each one's work. Каково оно есть? Of what sort it is? У кого дело, которое он строил, стоит? If anyone's work which he has built on it endures, тот получит награду. He'll receive a reward. А у кого дело сгорит? If anyone's work is burned, тот потеряет урон. He will suffer loss. Впрочем, сам спасется. But he himself will be saved. Ну как бы из огня. Yet so as through fire. Из чего он строил? Все поступки. Our actions, what are they made of? Все дела, совершенным человеком, done by man, измеряется любовью. Measured by чем love. Совершал. How do you do them? Why do you do it? Поэтому огнем все испытывается. Therefore, everything is tested by fire. Для достижения Царства Божьего, любви Божьего сердца своем. To pursue God's kingdom and God's love in our hearts. Большим препятствием всегда будет служить. The biggest obstacle will be. Надежда человека на свое богатство. Man's trust in his own treasure. Я думаю, все сидящие хотят иметь сердце любовь Божию. I believe all those who are here want to have God's love in their hearts. Эта церковь называется церковь любви. This is church called Church of God's Love. Я верю, что каждый сидящий хотел бы иметь сердце любовь Божию. I believe each one who is here wants to have God's love in your heart. Но препятствие в достижении любви Божией. But the obstacle of attaining that love. Как часто и больше всего бывает. Which is probably the most often. Это то, что считается нашим сердцем богатством. It's a thing we consider to be treasure in our hearts. То стоит препятствием достижения внутреннего совершенства, достижения любви. That will be an obstacle for us achieving inner perfection, God's love. Богатство — это не только наличие финансового благополучия. Treasure is not just financial riches. Богатством человека может служить его знание. It can be person's knowledge. Его статус в обществе. Status in the community. Его семья, жена, дети. Family, wife, children. Его житейский опыт. His life experience. И так далее, и тому подобное. So on. Для человека богатство может быть все то, for the person, что он имеет. The riches can be all that one possesses. Что такое богатство? What is riches? Богатство — это наличие материальных. It's the presence of material. Или нематериальных ценностей. Or immaterial values. Которые дают возможность человеку. Which give person opportunity. Чувствовать себя благополучным. To feel prosperous. Когда человек чувствует себя благополучным, за счет чего-то. When person feels prosperous because of something. Эта часть является его богатством. This becomes his treasure. Когда свое благополучие человек связывает с ценностями переходящими. When person connects his prosperity with the things that go past and go away. Переходящие — то, что от времени свойственно уничтожаться. Things that can be destroyed or disappear. То это мир восприятия. So this understanding создает в сознании человека твердыню. Gives a foundation in the mind of a person. Вы знаете, есть твердыни Божьи, твердыни сатаны. There are strongholds of God and strongholds of Satan.
Крылья это то, на чем мы строим свою жизнь. Strongholds are the things we build our life upon. Наши мысли, мыслительное сознание, на чем мы опираемся. Our thinking, what things we rely upon. На этом мы строим свою жизнь. That's what we build our life on. Есть твердое основание, то, что я сейчас зачитывал. There is a strong foundation which I just read. Апостольское учение. The teaching of disciples. Краеугольным камнем, который является Сын Божий Иисус Христос. Jesus Christ, Son of God, who is the cornerstone of it. Есть твердыни сатаны. And there are foundations of Satan. Это те основания, которые основаны на этом мире. Strongholds which are based on this world. Одно из этих оснований это богатство. One of these foundations is treasure. Я думаю, вы все многие знаете. Когда человек есть деньги, I believe you know, when a person has money, он себя чувствует уверенно. He feels confident. Он чуть ли не царь, не господин. He's like a king or lord of all. Но забери у него эти деньги. If you take the money away, он будет плакать. He will weep. Потому что будет считать себя нищим. Because he will consider himself to be poor and useless. Это и есть то богатство, не само богатство, а отношение к этому богатству. So it's not the treasure, it's your attitude towards this treasure. Которое мое счастье зависит только от того богатства, которым я обладаю. And my treasure depends on what I have. Отсутствие этого богатства лишает человека внутреннего удовлетворения. And the lacking of such treasure removes any kind of satisfaction within the person. Внутренней радости. Inner joy goes. Я думаю, многие пережили это. Many people, I believe, experienced that. Когда на что-то надеялся, на хороших друзей. When you've been trusted into something, like good friends, жену, wife, на мужа, husband, на детей, children, а потом они взяли, повернулись к вам спиной. And they turned their back on you. И что вы почувствовали? What did you feel? Боль, страдания. Pain, suffering. Кому я нужен? Who am I needed to? Потому что в свое время на это рассчитывали. Because in your time you were counting on that. Родители рассчитывают, дети вырастут. You were relying on children growing. И помогут в пенсии, в пенсионном возрасте. Will help when you're in pension time. Муж и жена тоже друг на друга надеются. Husband and wife relying upon each other. И когда происходит трещина. And when there is a breakdown. Происходит трагедия. There is a tragedy. Потому что богатство было основано на этом. Because your treasure was based on that. И радость и внутренний мир теряется мгновенно. Your inner joy and peace is lost instantly. А мы призваны всегда радоваться, мы не забыли. But do you remember we're called to be rejoicing always? Мы призваны всегда радоваться. We are called to rejoice always. Только когда плохо, почему-то не радуются, да? But when it's bad situation, people not rejoicing, right? А вы знаете, радость и веселье — это две разные вещи. But you know, joy and celebration is two different things. Может плакать и быть радостным. You can weep and still have joy. Потому что радость и веселье — это не одно и то же. Because joy and celebration is two different things. Веселье — это смех, шум, гам. Celebration is noise and laughter. Радость — это состояние умиротворения. Joy is a state of peace and calmness. Покоя. Calm. Насыщенности в сердце своем. Saturation in your heart. В твоем сердце мир, покой. Peace and calm in your heart. Joy. Радость не потому, что ты что-то имеешь или не имеешь. Joy not because you have or don't have something. Это то состояние, которое дает только Бог. It's a state that only God can give you. Это мир Божий. It's peace of God. Он дает радость. He gives joy. Веселье может приходить и уходить. Если мы достигли в сердце, celebrations can come and go, but if we have joy in our hearts, то оно остается всегда. It always remains there. Первое послание Фессалоникийской церкви. First Thessalonians. 5 глава. Chapter 5. 16 по 18 стих. Verses 16 to 18. Всегда радуйтесь. Rejoice always. Непрестанно молитесь. Pray without ceasing. За все благодарите. In everything give thanks. Ибо таково о вас воля Божия в Христе Иисусе. This is the will of God in Christ Jesus for you. Это не то, что хочу, не хочу. So like I want this or I don't want. Господь сказал, это моя воля, чтобы всегда радовались. God says it's my will for you to rejoice always. Которое должно быть всегда у нас. It's the state that we always should be in. Но мы эту радость быстро теряем. But we lose this joy. Потому что чаще всего. Because most often. Наше основание нашей жизни на богатство этого мира. Foundation of our life is based on the riches and treasures of this world. И когда оно теряется, теряется и радость. When we lose it, we lose the joy. Как человек может всегда радоваться, когда его радость зависит от его земного богатства? How can a person always rejoice when his joy is dependent on the treasure of this world? Который изменчивый и постоянный. Which is variable and not constant. Поэтому всякий человек, пришедший к Иисусу, so every person who comes to Jesus, и не оставив в своем сознании
And who have not left in their mind. Все то, к чему он может быть привязан или связан. All the things they can be bound by or attached to. С этим миром. With this world. Не может достигнуть совершенства внутри себя. Cannot attain perfection within oneself. Мы призваны к совершенству в Христе Иисусе. We're called to perfection in Christ Jesus. Но если не оставить от себя все то, что на чем мы основывали свою жизнь, but if эти богатства, do not remove all the things we're based on our old life, all this treasure, то мы будем как та птица говорожом, we'll be like this bird, который только говорит хочу, which says I want this, желаю любви, desire love, желаю совершенства, desire perfection, но результат, but the result, будет не восхищен, will not be attained. Потому что вначале необходимо освободить свое сердце. Because you have to set your heart free. От этих основ. From those foundations. Богатство. То, на что рассчитывает весь мир. Treasures upon the whole world relies upon. Он всегда этот человек будет иметь себе камень. Person will have a rock inside. На котором он будет спотыкаться. Upon which he will stumble. Падать. Fall. Теряя при этом радость в сердце свое. Losing joy in one's heart. Тем самым Царствие Божие внутри его будет приходящим и уходящим. So the kingdom of God in his heart will be coming and going. Сегодня хочу весь мир менять. Today I want to change the whole world. А завтра хочу, чтобы меня никто не видел. And tomorrow I don't want to see anyone. Потому что обидели. Because I'm offended. То, что имел, забрали. What I had was taken. Это то состояние, когда человек надеется на богатство. This is the state when one relies on his treasure. На который надеется весь мир. The treasure which the whole world relies upon. Царствие Божие за стабильное постоянное состояние. Kingdom of God is a constant stable state. Поэтому и сказано, что всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего. If anyone leaves their father, mother, children, sisters, brothers for my name's sake, получит во сто крат. Will receive a hundredfold. Более того, что оставили. More than what they've left behind. And inherit eternal life. Знаете, you know, there is a saying. Чтобы что-то поймать, надо вначале освободить руку. For you to catch something, your hand needs to be free. Чтобы что-то получить от Бога, получить его богатство. For you to receive something from God, His treasure. Надо освободиться от своего богатства. You need to release your own treasure. Рука занята. Your hand is taken. Не можешь схватить и то, что в тебе. You can't catch this and what you have as well. Поэтому Иисус сказал, that's what кто Jesus оставит said. Свое богатство, if anyone leaves his treasure, то, что чему сердце было привязано, я еще раз повторю, things that your heart was attached to, I repeat myself. Это не говорится оставить жену и пойти куда-то другое. It doesn't mean leave your wife and go somewhere else. Это не говорит о том, что оставить свой дом и пойти куда-то другое место. Leave your house and walk to a different place. Это говорится о том, освободиться от зависимости от того, что связывало тебя с этим. Be free from all the dependence that was bound in you, binding you. Тогда твое сердце будет открыто для того, чтобы принять то, что Бог хочет тебе дать. Then your heart will be open for the things that God wants to give. Господь обещал своим ученикам. God promised his disciples. Кто оставит все это, if anyone получит во сто крат больше. Leaves all those things, they will receive hundredfold. Вопрос. Question. Они получили? Did they receive it? Один крест, другой меч. One was crucified, one was killed by a sword. Потому что мы по-человечески хотим получить прямо здесь. Because as a human way, we want to receive right here. Сказал, что он здесь даст. But God said, well, we'll give us here. Здесь это крест. Here is a cross. Здесь это гонение. Here is persecution. Но если это ценим, but if you там вечность, if you value the treasure in heaven, и оно стало для тебя дорогим и ценным, it became the most precious thing for you. Тут ты сможешь оставить это богатство. Then you can leave this treasure behind. Ради того богатства. For the sake of the other treasure. А если ты не оценил этого? If you did not appreciate it. Извините, друзья. Then I'm sorry. Какой дурак оставит все это богатство? You can't leave this behind. Если он не верит в то богатство. If you do not believe in that future treasure. Он верит в ту вечную жизнь. Do not believe in eternal life. Почему мы так медленно двигаемся за Богом, когда мы задумывались? Do you ever think why we're so slow following God? Мы хотим удовольствие получить и в этом мире, но если случится чего и там что-нибудь. We want to receive the treasure of this world, but also maybe just there with God as well. Оно не получается. It doesn't work. Или тут, или там. Either here or there. Иисус пришел для чего? Jesus came for what? Кто хочет за мной идти? He said, if you want to follow me. Он не сказал, пошлите все. He didn't say, let's all go. Он сказал, кто хочет. He said, if you want to. Вы
Евангелие от Луки. Люк. 14 глава, 26, 27 стих. Chapter 14, verse 26, 27. Звучит жестоко. Sounds very cruel in human ways. Если кто приходит ко мне, if anyone comes to me, и не возненавидит отца своего и матери, and does not hate his father and mother, и жены и детей, wife and children, и братьев и сестер, brothers and sisters, а потом и самой жизни своей, yes, and his own life also, тот не может быть моим учеником. He cannot be my disciple. И кто не несет креста своего, and whoever does not bear his cross, и идет за мной, and come after me, не может быть моим учеником. Cannot be my disciple. Можно задать вам вопрос? Can I ask you a question? Вы все ученики? Are you all disciples? Да, я не тебя спрашиваю. I did not ask you. Я спрашиваю серьезно. Каждый сам себе ответит. Answer to each one of you. Ну, понимаете, сам себе. Answer to yourselves. Поймите, я был в одном собрании, когда мы только приехали в Израиль, и там как раз я до сих пор помню. Please understand, I was in one congregation when the guests came to Israel. People asked the question. Кто является учеником? Who is a disciple? Мы все. We all are. Другие говорят, нет, ученики до 12 лет там с ним, and ну еще 70. And some people say, no, the disciple is just the 12 who was with him, or also maybe the other 70. Вот кто ученик. These are the disciples. Кто оставил? If you've left. Поймите, возненавидите, не говорит, еще раз повторю, что возненавидите маму, папу, мужа, жену. To это hate, твое отношение. To hate mother, father, brother, sister, your wife, it's just your attitude. По отношению к Богу. Comparing to your attitude to God. Отношение к своим ближним. Attitude towards your relatives. Это большое расстояние, огромное. Big gap, huge gap. Ты ради него готов оставить все. For his sake, you prepared to leave everything. Первые христиане, когда их нагонения были. First Christians, when they were persecuted. Когда их бросали на арену тиграм. When they thrown for the lions. Когда у них забирали у богатых имения. When the rich ones were taken all their treasure away. За имя Христа. For the name of Christ. Вы знаете, там не надо было много говорить. There was no many things needed to be said. У них спрашивают, ты исповедуешь Иисуса Христа? They were asked, do you testify to Jesus Christ? Да, исповедую. Yes, I do. Отрекись и иди домой. Deny him, it is no problem. No problem. Ничего не надо делать, не надо никому то доказывать. No need to prove anything, no need to say anything else. Они не отрекались. Почему? They did not deny. Why? Потому что они знают, там дороже. Because they knew there is much more precious. Там сильнее. There is more important. Все то, что ты тут имеешь, это хорошо, прекрасно. All that you have here is good and well. Но когда выбор более ценного. But when there is a choice of something more precious. Вот тогда и происходит разрыв. Then there is the break. Поэтому Иисус сказал, кто мои ученики, последуй за мной. He says, if you are my disciple, follow me. Ученик Иисуса Христа должен от него научиться. Disciple of Jesus Christ needs to learn from him. Ибо учеником становится только с одной целью. For you to become a disciple, you have only one purpose. Научиться от учителя. To learn from your teacher. Чтобы быть подобно учителю. To be like him. Какая цель прийти в школу и не учиться? What's the point of coming to school and not learning? Какая цель прилипнуться к учителю? What's the point of being next to a teacher? Чтобы от него не научиться. But not to learn from him. Это, наверное, какое-то безумие. This is madness. К учителю приходит для того, чтобы научиться. You come to a teacher for you to learn. Поэтому Иисус сказал, то мой ученик, то за мной последует. Jesus said, you are my disciple if you come after me. Но для этого надо оставить все то богатство. But then you need to leave all your treasure behind. То отношение, к чему мое сердце было привязано и связано к этому. The things to which my heart is so by which it's so bound and connected. Невозможно одновременно с двумя зайцами погнаться и поймать хоть одного. You cannot chase two rabbits and catch one. И не там, и не там будешь. You'll be probably not here and neither there. Если Иисус Христос наш учитель. If Jesus Christ is our teacher. А мы его ученики. And we are his disciples. То чему мы от него должны научиться? So what should we learn from him? Учителю можно много чего научиться. You can learn a lot of things from a teacher. Но мы приходим к Иисусу. But we come to Jesus. Что мы от него хотим научиться? What do we want to learn from him? Знаете, они приходят к Иисусу и говорят, мы хотим научиться бесов гонять. Some people come to Jesus and say, I want to drive demons out. Другие хотят. Others научиться быть царями и священниками в этом мире. Want to learn from Jesus to be the priests and kings in this world. А вы для чего пришли? Why did you come to Jesus? К Иисусу научиться. What do you want to learn from Jesus? Понимаете, иногда
Научи себе задавать сложные вопросы. It's better to ask yourself a difficult question. Потому что есть возможность ответить на этот вопрос самому себе дать понимание. Because when you answer yourself this question, you give yourself understanding. Что ты хочешь? What do you want? Для чего тебе все это надо? Why do you all need all this? Поэтому, когда мы задаем вопрос, мы пришли к Иисусу быть его учениками. When для чего? We ask the question, we come to Jesus. Чтобы научиться. Научиться чему? To be his disciple, we come to learn. Learn what? Иисус Христос явил собой Отца Небесного на этой земле, вы знаете. You know, Jesus Christ manifested the Heavenly Father on this earth. Бог есть любовь. God is love. Иисус Христос явил любовь Божию человеком. God, Jesus manifested God's love to the people. Он показал на себе, как Отец Небесный любит каждого из нас. He manifested how Father loves each one of us. И он пришел не отменить закон, данный через Моисея. Did not come to cancel the law that was given from Moses. Он пришел его исполнить. He came to fulfill it. Евангелие Матфея, 5 глава, 17 стих. Matthew 5:17. 22 глава. Matthew 22. 37-40 стих. 37-40. Не думайте, что я пришел нарушить закон. Do not think that I came to destroy the law. Или пророков. Or the prophets. Не нарушить пришел я. I did not come to destroy. Но исполнить. But to fulfill. И далее. Then. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. You shall love the Lord your God with all your heart. И всей душой твоей. With all your soul. И сие разумением твоим. With all your mind. Сие есть первая и наибольшая заповедь. This is the first and the great commandment. Вторая же, подобна ей. The second is like it. Возлюби ближнего того, как самого себя. You should love your neighbor as yourself. На сих двух заповедей утверждается весь закон и пророки. On these two commandments hang all the law and the prophets. Любящий Бога и ближнего своего. The one who loves God and his neighbor. Исполняет закон и пророка. Fulfills the law and the prophets. Чтобы человек был исполнителем закона, он должен научиться любви Божьей. Вы знаете, мы живем в Израиле. You know, we live in Israel. У вас это менее чувствительно, эта тема. You may not feel the same subject. Там более чувствительно. There is a bit more sensitive. Существует такой иудейский закон. There is a Jewish law. Бог дал Моисею закон. God gave Moses law. Кто не знает сообщу, 613 заповеди. 613 commandments, if you don't know. Это не 10. It's not 10. Это 613. 613. И когда верующие в Иисуса, when those who believe in Jesus, come to Israel, сталкиваются с законом, come across with the law, то возникает вопрос, исполнять закон надо или нет? There is a question, should I fulfill the law or not? Ведь Иисус сказал, я не пришел нарушить закон. Because Jesus said, I did not come to cancel the law, destroy the law, but to fulfill the law. А дух закона иудаизма, but the spirit of the law of Judaism, ему не надо через ломач перепрыгивать. You don't need to jump over the English Channel. It's right there. И говорят, закон никто не отменял. People say nobody canceled the law. И закон никто не отменял. And nobody canceled the law. Иисус сказал, Jesus said, чтобы исполнить закон, надо научиться любить. For you to fulfill the law, you to learn to love. Чтобы исполнить закон, который ему сказал, я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить. He said, I did not come to destroy the law, but to fulfill it. Чтобы его исполнить, надо научиться любить. For you to fulfill, you to learn to love. Поэтому Иисус и пришел и учил учеников своих любить любовью Божией. Jesus came and was teaching his disciples to love with God's love. Послание к Левитам. Leviticus. 18 глава, 5 стих. 18 verse 5. Соблюдайте постановления мои. You shall therefore keep my statutes. И законы мои. And my judgments. Который исполняя, which if the man does, человек будет жив. He shall live by them. Я Господь. I am the Lord. Вы знаете, закон дан для чего? You know the law is given for? Чтобы человеку было хорошо. For it will be good for a man. Исполняющий закон, ему будет хорошо. The one who fulfills the law, he will be good. Просто это закон жизни. It's a law of life. Поэтому, когда Господь говорит, что я не пришел отменить закон, а исполнить его, Jesus said, I did not come to destroy the law, but to fulfill it. Он хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком. He wants us to have life with abundance. А для этого надо только одно. For this, we need one thing. Научиться любить, как Он любил нас. To love the way He loves us. Ученик Иисуса Христа должен научиться от Него любить, так как Он любит. Disciple of Jesus needs to learn to love the way He loves. Первый шаг на этом пути. First step on this path. Освободиться от зависимости от всякого богатства. To be set free from the dependency or bands of any kind of treasure. От которого ранее был зависим человек. Which you were bound by before.
Евангелие от Марка, 8 глава, 34-35 стих. Mark 8, verses 34-35. И подозвав народ с учениками своими, when he called the people to himself with his disciples also, сказал им, he said to them, кто хочет идти за мной, whoever desires to come after me, отвергни себя, let him deny himself, возьми крест свой, take up his cross, и следуй за мной, and follow me. Ибо кто хочет душу свою сберечь, for whoever desires to save his life, тот потеряет ее, will lose it. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, but whoever loses his life for my sake and gospels, тот сбережет ее, will save it. Знаете, дорогие братья и сестры, you know, my dear brothers and sisters, какое-то время я просто обратил внимание, for some time I noticed, что многие люди просто не задумываются, many people don't think, о собственной душе, but their own soul. Знаете, есть такое понятие течение. There is a, like a flow. Попал в течение и идешь. You're in the flow. Дома, у нас есть. You continue the flow. Home, family, work. Такое выражение. There's a saying in Israel. Дома, работа, шаббат, шалом. Home, work, шаббат, шалом. То есть домой, работа, суббота и снова дома, работа, суббота. Home, work, weekend. Home, work, weekend. И вот это течение идет. Человек даже не задумывается, чем он живет. There's a flow. Person is not even thinking what is he living for. Он приобретает для своей души что-то. He gains something for his soul? Или он от нее отнимает? Or is he taking away from his soul? Очень тяжело освободиться от всего того, что тобой было любимо ранее. It's very hard to be set free from things you loved before. От того, что тобой владело. From the things that was controlling you. Чтобы это все стало достигнуть любви Божьей сердце. Это очень тяжелый труд. It's hard work to attain God's love into your heart. Это равносильно отказаться от цели. It's like denying the purpose. Который желал человек, любой человек на этом земле, который желает. Which every person in this life lives for. Благополучие в этом мире. The well-being in this world. Вы знаете, почему мне хотелось бы, чтобы вы все-таки задумались, зачем это все надо? I really would like you to think, why do you need all this? Иисус сказал однажды. Jesus said once. Когда идете на, и воин идет на войну. When a soldier goes to war. Он соизмеряет свои силы с тем, который против кого выступает. He measures his power against the one who is against him. Поймите, мы должны взвешивать, хочу ли я это или не хочу. Weigh on the scales. Do I really want this or I don't? И когда определяешь, что я хочу, тогда начинается или движение, или уход. And when you define what you want, you either move one way or the other. Быть готовым ради Иисуса Христа. To be ready for the sake of Jesus Christ. Ради благовестия Христова. For the gospel of Christ. Ради будущих благ в Царстве Небесном. For the future grants, for the future treasure in the heavenly kingdom. Оставить все то. Leave behind all those things. Что тобой было любимо ранее. That you loved before. На этот шаг могут пойти только те. This step can only be taken by those. Кто оценил, как дорог для него Христос. Who really appreciated how precious Jesus is. Евангелие от Иоанна. Gospel of John. 6 глава, 66 стих. Chapter 6, verses 66 to 69. Помните, за Иисусом ходило много народа. Remember, many people followed Jesus. Были много учеников у него. We had many disciples. Однажды Иисус сказал такие слова. And Jesus said these words. После чего произошло то, что я сейчас зачитаю. After which happens what I'm about to read. С этого времени. From that time. Многие из учеников его отошли от него. Many of his disciples went back. И уже не ходили с ним. And walked with him no more. Тогда Иисус сказал 12. And Jesus said to the 12. Не хотите ли вы отойти? Do you also want to go away? Симон Петр отвечал ему. But Simon Peter answered him. Господи. Lord. Кому нам идти? To whom shall we go? Ты имеешь глаголы вечной жизни. You have the words of eternal life. И мы уверовали и познали. We have come to believe and to know. Что ты Христос. That you are the Christ. Сын Божий. Бога. Son. The living God. Поэтому неудивительно. It's not surprising. Что многие, которые пришли к Иисусу первыми, that many who came to Jesus first, могут оказаться последними. Can become last. Эмоционально возгоревшись. If your emotions are burning. Но не переступив черту душевного движения за Иисусом. But did not step over the line of your soul and when you're following Jesus. И не стали двигаться с ним в духе Его. And if you're not following in spirit after Him. Могут оказаться последними в Царстве Небесном. You can become last in the kingdom of heaven. Знаете, по плоти за Иисусом не пойдешь. Nobody can follow Jesus in your flesh. За ним можно идти только в духе. You can only follow him in spirit.
Дух – это сущность человека. Spirit is, всей сущности. Is the essence of the person. Почему сказано возлюбить Бога всем разумением, всем помышлением, всей душой, всей силой своей? Bible says, love your God with all your heart, soul, your mind, your strength. Бог не разделяет частичку Бога, останущуюся его в себе. God does not separate love for one yourself and a little bit for God. Многие же из первых могут оказаться последними. Many of the first can become last. Сегодня наставление царя Давида. Today the instructions of King David. Сыну своему Соломону. To his son Solomon. О строительстве дома Божьего актуально. About the building of the kingdom of the house of God is very relevant. Для каждого из нас. For each one of us. Который желает строить дом Божий внутри себя. Wants to build the house of God within you. Паралимон. First Chronicles. 22 глава. Chapter 22. 11-13 стих. Verses 11-13. И ныне, сын мой. Now my son. Да будь Господь с тобой. May the Lord be with you. Чтобы ты был благо успешен. And you may be prosper. И построил дом Господа Бога твоего. And build the house of the Lord your God. Как он говорил тебе. As he has said to you. Да даст тебе Господь смысл и разум. Only may the Lord give you your wisdom and understanding. И поставит тебя над Израилем. And give you charge concerning Israel. И соблюди закон Господа Бога твоего. That you may keep the law of the Lord your God. Тогда ты будешь благо успешен. Then you will prosper. Если. If. Будешь стараться исполнять уставы и законы. You take care to fulfill the statutes and judgments. Который заповедал Господь Моисею для Израиля. The Lord charged Moses concerning Israel. Будь тверд и мужествен. Be strong and of good courage. Не бойся и не унывай. Do not fear nor be dismayed. Постройка храма внутри себя. Building a temple within yourself. Это совершение внутреннего человека. Is a perfection of the inner person. По подобию Сына Божьего Иисуса Христа. Into the likeness of the Son of God Jesus Christ. Который проявляется в его характере, в его качествах характера. Manifested in his character, the qualities of his character. Это образ жизни, который вел Христос. The way of life that Jesus was leading. Мы призваны быть отображением Его на этой земле, вы знаете. You know, we are called to be reflection of Him. Послание к Филиппийцам. Philippians. 2 глава 5 стих. Chapter 2, verse 5. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие в Христе Иисусе. Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus. Для этого надо быть твердым в избранной цели. For this you need to be strong in the purpose that you've chosen. И мужественным и сильным духом. Courageous and of strong spirit. И не бояться трудностей. Not be afraid of difficulties. Которые могут встречаться на этом пути. Which can be, which you can come across on this path. И не падать духом, когда что-то не получается. And not to fall in your spirit when something doesn't work. Это война. It's a war. Выживают сильнейшие, извините. The strongest will survive. Сильнейшие не потому, что они сильные по плоти. The strongest not because they're strong in their bodies. А сильные духом. Strong in spirit. Знаешь, что ты делаешь самое главное дело в жизни своей. Knowing that you're doing the most important work in your life. Созидаешь свой духовный дом. You're building your spiritual house. В котором пребывает Бог Духом Своим Святым. In which God abides in his, with His Spirit. Соломон строил храм для того, чтобы почивало имя Божие на этом храме. Solomon was building a temple for God's name to dwell on the house. Мы созидаем дом Божий, где не имя. We're building a house. Сам Господь пребывает. We're building a house not for the name of God to be, but for God Himself to be there. Бог живет не в рукотворном храме. God does not live in a house built by men. Поэтому мы созидаем внутри себя храм Бога живого. Therefore, we're building a temple within us for a living God. Второе послание Коринфянам 6 глава 16 стих. 2 Corinthians 6:16. Ибо вы храм Бога живого. For you are the temple of the living God. Как сказал Бог. As God has said. Вселюсь в них и буду ходить в них. I will dwell in them and walk among them. И буду их Богом. No, I will be their God. И они будут моим народом. They shall be my people. Мы призваны быть учеником нашего Господа Иисуса Христа. We're called to be disciples of Lord Jesus Christ. Чтобы стать подобным образом Его. To be in His likeness. Пусть следуем за Христом путь тяжелым. This path is difficult. Но награда победителя великолепна. But the reward of the overcomers is great. Они становятся подобны Господу своему. They become like their Lord. Вы знаете, что однажды, выйдя из своего тела, you know, из каждого из нас, once when we leave our body, мы будем сиять. We'll shine. Каждый своим светом. Everyone with his light.
Мы как звезды на небе, like stars on the которые сияют каждый своим светом. That shine each one with their light. И тот свет, and that light, это то, что внутри нас. Is what's within us. Какой степени мы достигли этой любви Божьей в сердце своем? How much have we achieved God's love in our hearts? Оно и будет давать сияние. That will give the shining. Послание к Римлянам, 8 глава 29-30 стих. Romans 8 verses 29-30. Ибо кого он предузнал? For whom he foreknew, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Дабы он был первородным между многими братьями. That he might be the firstborn among many brethren. А кого он предупредил? Moreover, whom he predestined, тех и призвал. These he also called. А кого призвал? Whom he called, тех и оправдал. These he also justified. А кого оправдал? And whom he justified, тех и прославил. These he also glorified. Мы хотим прославленными быть прямо сегодня, сейчас. We want to be glorified right now, right here. Но вы заметили, путь длинный. You know, the path is long. Надо предопределение. You know, the predestination. Другое. And one, and the third, and the next thing. Господь всегда предлагает. God always offers. Хочешь? You want this? Иди. Go. Не хочешь? If you don't, никогда не будет. Nobody pushes you. Но вечность, она ценная. But eternity is precious. Это не временно, переходящее. It's not a temporary thing that passes by. Это поможет нам Бог научиться любить. May God help us to learn to love. Как Он любит каждого из нас. The way He loves each one of us. Да благословит вас Господь. May God bless you. И да наполнит ваше сердце любовью. And may He fill your heart with love. Мы все на этом пути, дорогие братья и сестры. We're all on this path, my dear brothers and sisters. Я не думаю, кто любой из нас, сидящих в этом зале, может сказать, что мы достигли этого. Don't think anyone of us can say we already achieved it. Апостол Павел сказал, забывая заднее, простираясь вперед. Apostle Paul, и достигну ли я его, как он достиг меня? Apostle Paul says, forgetting things behind, I'm stretching towards things ahead. May I reach him as the way he reached me. И да будьте благословенны. Shall you be blessed? Amen.